Ребят, всем привет! Привет! Вы на канале Лавай, и мы спешим вас поздравить с 9 мая. Сегодня 9 мая, праздник! Но мы находимся в Китае, и этот праздник совершенно не чувствуется. Китайцы его никак не отмечают, потому что это не их праздник. У них День Победы отмечается 3 сентября. Но, тем не менее, русское сообщество в Китае, все друг друга поздравляют. И мы уже с утра поздравили наших родственников. Русскоговорящие китайцы поздравляют с 9 мая. То есть они знают, что этот праздник есть. И вообще, в принципе, в целом, я думаю, что китайцы знают об этом празднике, но они никак его, ребят, не отмечают. Они просто поздравляют. То есть у нас утром все китайцы нас поздравили, да. Русскоговорящие. И не только, да, у нас группа есть китайцев, они нас тоже поздравляли там 9 мая. А что еще хотелось Агата бы сказать? Агата сделала пост в Инстаграм, она поздравляла стрижей. Mm-hmm. Вот, Виктор тоже поздравил нас. В общем, праздник есть. Мы о нем помним, естественно. Сегодня обязательно будем отмечать. Спешим, ребята, поздравить с этой знаменательным, с этим днем. Желаем, да, желаем мира во всем мире. Чистого неба над головой. И чтобы, хотим, чтобы никогда нигде не было войны. Не было войны. Чтобы наши дети не воевали, чтобы их дети не воевали. В общем, надо дружить. Ребят, еще раз всех с праздником. С праздником. И до встречи в новых видео на нашем канале. Всем пока. Пока-пока. Мы неспроста стали на этом фоне. И Виктор хочет сказать слова пожелания, поздравления в этот день. Сегодня в России День Победы, да? Поздравляю всех русских друзей с Днем Победы. Девчонок забрали со школы, они сделали свое домашнее задание. И мы, конечно, тоже до них доносим, какой сегодня день, рассказываем, что это с чем связано и так далее. И девчонки тоже хотят поздравить вас с этим днем. Всем привет! Мы хотим вас поздравить с Днем Победы! Я желаю, чтобы никогда не было войны. А я желаю, чтобы было любовь и счастье. Целуем! Пока! Всем пока! Я хочу поздравить вас с Днем Победы. Я желаю, чтобы никогда не было войны. И чтобы все жили с любовью и дружно. Угу. Всем пока! Спасибо.